Событие, которое происходит раз в 5 лет, областная отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи» в этом году проходила под девизом «БРСМ – яркий, единый твой». В холле Центра молодежного творчества были организованы интерактивные площадки, благодаря которым можно было подробнее узнать о достижениях молодежи Брещины. А их за 5 лет накопилось немало. Победы на различных фестивалях и конкурсах, реализация новых инициатив, волонтерская деятельность. Со всеми направлениями ознакомился председатель Брестской области Юрий Шулейко и отметил, что молодежь отлично справляется со своими задачами. Я вижу то, чем вы сегодня занимаетесь, как у нас построена работа в Брестской области с целями и задачами, вы справляетесь. Сегодня я хочу сказать, что и правительство, и страна очень много уделяет вам внимания. Вам жить по-новому, вам работать по-новому, вам творить по-новому, вам избирать по-новому. Ну, естественно, все, что вы сделаете, это будет уже в дальнейшем ваша страна, ваше возраста и ваши это будут дети. Поэтому очень внимательно сегодня относитесь к всем политическим процессам, социальным процессам и тому вниманию, той человеческой доброте, что сегодня необходимо тем людям, которые находятся сегодня рядом. В составе областной организации БРСМ насчитывается более 40 тысяч участников, которые стали частью множества мероприятий и благотворительных акций различного уровня, в том числе и международного. За время своей работы активисты, волонтеры сделали немало хорошего, а за последние несколько лет особенно. Среди основных – масштабная кампания поддержки пожилых и одиноких людей, инвалидов во время пандемии. Помогали активисты БРСМ не только словом, но и делом, и результат от добрых инициатив не заставил себя долго ждать. Именно при БРСМ мы открыли свой волонтерский отряд, и сейчас наш отряд стал лучшим отрядом в области на республиканском конкурсе «Волонтер года», и поэтому БРСМ для нас действительно открыл новые двери в мир помощи людям. В будущем году мы очень хотим занять уже первое место на республиканском конкурсе, и для этого мы будем стараться делать как можно больше, много добрых дел, и я надеюсь, БРСМ будет нам в этом помогать. Но волонтерская деятельность – это лишь одна из многих сфер, где члены общественного объединения могут себя проявить. Например, реализовать свои инновационные проекты и идеи молодые люди могут, приняв участие в республиканском проекте «100 идей для Беларуси». В этом году перспективная идея брещанки Дарьи Яромич, которая предложила проект «Teens for Teens» для раскрытия творческого потенциала молодых людей, дошла до республиканского этапа. Создать проект – это одно дело, но когда ты начинаешь участвовать в каких-то конкурсах, его презентовать, чем для меня большим толчком стало участие в конкурсе «100 идей для Беларуси», который как раз-таки организовывает БРСМ, это стало большим толчком. И когда БРСМ начинает приглашать тебя на какие-то мероприятия, презентации, ты, во-первых, учишься, как это все презентовать, как это делать, но еще это, конечно же, какие-то маленькие шишки в реализации, в помощи и так далее. Вообще БРСМ – это очень интересная большая площадка, большое сообщество, комьюнити, потому что конкретно здесь я нашла большое количество знакомых, друзей, и в самом деле я ни разу не пожалела, что вступила сюда, потому что в самом деле это большой опыт. На 36-й областной конференции отчет о проделанной работе подготовил первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения БРСМ Юрий Сигенюк. Говорили об итогах деятельности за 5 лет, об успехах, выполненных задачах, а также о существующих недоработках, которые необходимо устранить до 2025 года. Мы только площадка для развития. Молодой человек, если хочет стать в том или ином направлении профессионалом, через нас это может легко сделать, потому что действительно у нас есть различные интернет-семинары и вебинары. То есть у нас есть различные направления деятельности основных, их 7. И в каждом из них человек может себя реализовать. Может реализовать в каждом из них, может реализовать только в одном. Главное, чтобы он любил это дело, и тогда у него точно все получится, благодаря нашей организации. В ходе отчетно-выборной конференции был переизбран первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения БРСМ. Единогласно было принято решение о назначении на новый срок Юрия Сигенюка. Кроме того, самые активные представители молодежной организации были удостоены почетных грамот и благодарностей.